4000 лет назад многорукий Шива посадил дерево с золотыми плодами в честь своей возлюбленной Сати. С тех самых пор манго распространился по всему белому свету и получил название «Король фруктов». Привет, дорогие друзья! Кулинар ТВ в эфире. Сегодня готовим королевские оладьи. Душа этих румянчиков – его величество манго. На две порции подготовим следующий провиант. Одно куриное яйцо, пол столовой ложки сахара, пол стакана сметаны, около 350 граммов муки, столовая ложка разрыхлителя и чайная ложка ванильного сахара, 50 миллилитров растительного масла, одно большое спелое манго. Потрясающее предложение от Кулинар ТФАУ. Годовая подписка на журнал с авторскими рецептами, да еще и кухонная техника в подарок. И все это всего за 49,99 евро. Кулинар ТФАУ – это пошаговое описание более 50 рецептов, детали, которые необходимо взять на заметку, и большие, яркие фотографии блюд. Оформите подписку на журнал прямо сейчас и получите беспроводную блинницу совершенно бесплатно. Кулинар ТФАУ. С нами будет вкусно! Разделаем для начала манго. Самое сложное здесь найти его ребро. Ориентировочно вот оно, где-то здесь манговая ось. Делаем два надреза, чтобы отрезать две половинки. Часть с косточкой отложим в сторонку, ее мы обглодаем потом. Теперь нам нужна непосредственно мякоть из манго. Берем половинку манго в руки, острым ножом делаем насечку. Ориентировочно вот как клеточки на шахматной доске. И потом эту шапочку выворачиваем, чтобы получился вот такой красивый ежик. Мякоть манго пойдет в тесто для оладьев. Замесим теперь непосредственно тесто для оладьев. В плошку погружаем яйца, сахар, сметану, венчиком взбиваем в крепкую пену. Теперь туда мы погружаем муку, где-то вот такой, знаете, пирамидкой. Делаем в ней ямку, и туда у нас идет разрыхлитель и ванилин. Теперь замесим тесто. Тесто должно быть, собственно говоря, такое густое, чтобы оно не стекало с ложки. Ну, а теперь маленькие кусочки сочного, аппетитного, ароматного манго соединяются в чашке вместе с тестом для оладьев. Еще раз хорошо перемешиваем, разогреваем сковородку и выпекаем наши румянчики. Ну, ориентировочно 1-2 минутки с каждой стороны. Какой русский не любит горячего душистого чая? Вот для таких гурманов наш любимый спонсор телемагазин «Колбай» предлагает самовар 21 века. Сочетание 2 в одном термоса и чайника. А это 24 часа в сутки горячий, обжигающий, ароматный чай. Все подробности на электронной страничке телемагазина «Колбай». ТВ. Господи, как это вкусно, ребята! Уж на что я тертый калач вообще вот в этих всех манипуляциях с выпеканием, но я такие оладьи еще не ела. Понимаете, они хрустящие снаружи и сочные, душистые внутри. Обязательно сделайте такие. Пока-пока.